день. Здравствуйте. Этот уютный зал снова и снова собрал нас всех вместе. Сколько радостных и счастливых лиц. И для ваших улыбок есть, несомненно, такой замечательный повод. Март шагает по планете, рады взрослые и дети. Всем сегодня не до сна, снова в мир пришла весна. А с ней к нам пришел этот замечательный праздник, 8 марта, который согрет лучами солнца и улыбками женщин, украшен россыпью цветов и согрет огоньками любви. Мы с ним сегодня поздравляем вас, начнем наш праздник в добрый час! Thank you.
Совсем уже скоро исчезнут, а каждый день нам улыбается теплое весеннее солнце. Даже воробьи сегодня какие-то шумные и неугомонные, а в воздухе что-то необъяснимое, такое радостное, счастливое, светлое. И это-то вы заметили? Ну, а что молчим, отвечаем, да? А значит, к нам пришла весна, и снова засияют улыбки, а сердца откроются для любви. Плачет капелью весна, слезы ее так прекрасны. Вот наступил и для нас женский заслуженный праздник. Сколько чудесного и интересного в нашем мире. Может, самое главное чудо – это женщина. Ведь она – великая тайна природы, неразгаданная загадка Вселенной, которая сравнится только с самой яркой звездой. Весна.
и распевают птицы, и дома нам уж больше не сидится. И все мы с птицами согласны, когда кругом весна, то на душе прекрасно. Погрейте кабака под солнышком весенним, а песня пусть вам будет отличным настроением. Трудно быть одной.